Здравствуйте! Вы знаете, что по субботам раньше выходила такая передача, мы называли с вами ее так, которая называлась «Бла-бла-бла по субботам», и там вообще было, там про все было, плейлист есть на канале, и там было и про пластинки, и про какие-то воспоминания, и про парфюмерию частично и так далее. Но потом как-то... И рубрика обещала, передача, обещала быть еженедельной, а потом как-то, как обычно, я себе нашел оправдание, как и все мы. Здесь, я надеюсь, я не являюсь каким-то уникальным. Я придумал, что не хватает времени, нет настроения и всякое такое. Я был очень сильно удивлен, что э, мне стали достаточно часто, ну не прям как бы меня заваливали этими сообщениями, но настолько часто, что я заметил, что эти сообщения с периодичностью приходят, стали присылать э, вы, дорогие друзья. Сообщение о том, что когда будет бла 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 по субботам, а этих болталок не хватает, а вот э, иногда хотелось просто взять и как будто бы с кем-то на кухне поболтать. И вот ваши видео в этом смысле помогали. И я подумал: ну, и, наверное, наверное, надо тогда это продолжать, если это кому-то надо. Простите меня за вот это масло масляное. Вот Хотя, конечно, сейчас достаточно тяжело подобные бла-бла-бла болталки записывать, лично мне, потому что непонятно, о чем можно говорить, о чем нельзя, о чем хочется сказать не всегда уместно и так далее. И потом я должен не забывать, говорю я сам себе о том, что этот канал про парфюмерию, а не про что-то там еще. Поэтому, друзья, вступительное слово такое. Это болталка по субботам. Здесь совсем чуть-чуть будет про парфюмерию. В основном я здесь буду просто болтать. Болтать, сидя с вами на кухне. Если вы в таком же настроении, то, пожалуйста, наливайте чай или кофе. и Давайте болтать. Я себе подготовил некоторую шпаргалку с какими-то такими а, пометками, о чем можно было бы сегодня с вами поговорить. Про парфюмерию мы тоже частично коснемся, но совсем вскользь. Когда я решил записать вот этот ролик, который у меня тяжело идет, вот я прямо сейчас сижу и чувствую, что он идет тяжело. Что как будто бы пока какая-то вода идет совершенно бессмысленная, и я прямо это чувствую и думаю, и дальше, наверное, также будет все такое водянистое. Ну ладно, как будет, так и будет. Короче, когда я решил, что надо все-таки возобновить эти болталки, пусть нерегулярно, но хотя бы с какой-то периодичностью, я вспомнил: вернее, я не вспомнил, я вот о чем подумал: иногда хочется просто вот сесть и молча посидеть. Но кому нужно видео, в котором просто кто-то напротив себя сидит. хотя я помню, что несколько лет назад огромное количество просмотров я сейчас уже не вспомню, но это было настолько популярно, что а новость об этом ролике кто только не упомянул, какой-то парень, или может быть не парень, там мужчина молодой, взял и записал видео, в котором он просто сидит напротив камеры и периодически выпивает алкогольный напиток. И как выяснилось, эта штука была очень сильно востребована в тот момент. Возможно, она востребована и сейчас, просто этот эксперимент больше никто не повторял. Но на тот момент были бешеные просмотры у этого ролика, потому что, как оказалось, очень многим людям просто нужен, как сказали бы у нас на Руси собутыльник. Просто нужен кто-то, кто тебя условно выслушивает. И потом по поводу этого ролика были проведены какие-то опросы, и действительно, выяснилось, что люди включали этот ролик для того, чтобы напротив них сидел совершенно незнакомый им человек выпивал периодически и кивал головой. И они этому человеку изливали душу. Это, знаете, что-то вроде случайного такого попутчика, такого фаст друга. Я не помню, как этот друг назывался в произведении Бойцовский клуб. Да, такие одноразовые друзья, по моему, это называлось. Когда ты встречаешь кого-то там в самолете, в поезде, с которым ты можешь поговорить о чем угодно и выложить ему все, что угодно, зная, что этому человеку на тебя, в общем-то, наплевать, и тебе, по большому счету, на него все равно. И поэтому он для тебя является таким человеком, которому ты душу изливаешь. Тебе становится проще, этому человеку особо это как бы никакого урона ни морального, никакого либо другого не нанесло. И, в общем, все в плюсах. Тот, кому вы высказались, занял свое время интересными рассказами от вас, а вы, собственно, вот освободили свою душу, вот. И я такой думаю, но ну, сесть просто так болтать, это, наверное, просто так молчать, это будет как бы тумыч, нам Надо о чем-то говорить, тумачь, я сейчас сказал, да? Губы, губы, ну вот такие губы, которые не пойми, что говорят. И на фоне этих размышлений, вот вспомнив об этом ролике, я еще вспомнил о том, что есть такой замечательный фильм. И вот это первый момент, о котором я бы хотел вам рассказать. Я вспомнил отличнейший фильм, который лично мне всегда поднимал настроение, который во мне вызывал какой-то такой душевный трепет, какие-то такие теплые воспоминания. Называется этот фильм The Bot That Rock. А в русском прокате он шел как фильм под названием «Рок. Волна». Мне этот фильм был очень близок, потому что, во-первых, я имел отношение достаточно длительные годы к радиостанции, к вещанию, к радиовещанию, вот, Ну и даже если вы не имели никакого отношения, а я уверен, что большинство из вас, если не все, кто смотрит это, не имели никогда отношения к рок-вещанию, к радиовещанию, посмотрите фильм «Рок-волна». Вот мне кажется, что сейчас э, такого стильного фильма, таких стильных фильмов, сейчас фильмов с таким э, душевным посылом, фильмов просто про классную дружбу и классное творчество – не то, чтобы не хватает, а сейчас они будут особенно уместны, невзирая на то, что этот фильм Рок-Волна снят уже достаточно давно. Фильм рассказывает о том, что существует некая пиратская радиостанция, от которой все пытаются, чиновники потопить, погубить и так далее. Эта станция базируется на корабле, который постоянно перемещается там где-то по э, морю, и из-за этого этот корабль очень трудно поймать и эту радиостанцию уничтожить. И поэтому эта пиратская радиостанция она вещает. Зато людям эта пиратская радиостанция нравится бесконечно, потому что там крутят самые самые горячие хиты, потому что диджеи, которые работают на этой радиостанции, они душевные на настоящие, правдивые, и их классно слушать, в отличие от всяких правительственных радиостанций. Американский фильм. Вот. И там есть такой забавный момент, почему я, собственно, вспомнил об этом фильме. Фильм отличный, вы смотрите, если видели, напишите в комментариях, что это прям классный фильм. И, кстати, там потрясающие саундтреки. После выхода этого фильма, сам себя перебил, как я люблю, я тут же скачал к себе в телефон саундтрек из этого фильма. Там много-много песен, песен 20, и все они такие стильнючие-стильнючие. Прям классные песни, которые хочется переслушивать. Так вот, в этом фильме есть забавный момент, когда случайно творческое собрание у всего творческого коллектива этой пиратской радиостанции и все диджеи смотрят на какого-то чувака которого они никогда не видели и говорят ему слушай а ты вообще какое отношение имеешь к нашей радиостанции он говорит а я работаю по ночам там с трех до шести часов утра вот и выясняется что это их коллега который ведя ведя программу очень мало говорил и его программа от этого была очень популярна. Это я к тому, что иногда нужно помолчать. А еще, друзья, я вам рассказать вот что хочу. Когда в свое время я работал на радио, и мы... Мне довелось поработать и на новосибирских радиостанциях, и на московской радиостанции, на радиостанции номер один, на Европе плюс Москоу. Я работал тогда еще под предводительством, все это было Юрия Аксюты, который сейчас является главным редактором музыкальных программ Первого канала. Вот, тогда он работал программным директором на Европе Плюс. И вот когда мы ездили по разным, по разным собраниям, по разным, назовем это курсом повышения квалификации, вот тогда я узнал, что на одной из французских радиостанций, а Европа Плюс это изначально французская радиостанция, с французскими корнями, скажем так, вот, на одной из французских радиостанций был диджей, которого звали Silence, то есть Тишина. И он был безумно популярный, а безумно он был популярный за счет того, что он катастрофически, категорически, невероятно мало говорил. Он появлялся в эфире очень ненадолго, и когда он появлялся, он говорил очень мало и очень душевным голосом. И был очень популярный, потому что в то время, когда был взлет диджейства, взлет радиовещания, и все это было прям популярно, 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 очень многим людям не хватало как раз такого диджея, который бы мало говорил. А вот эти все болтающие диджеи, типа меня и моего друга Бардача, они вызывали раздражение. А вот с тех пор прошло много времени, радиостанции уже совсем не так популярны, как раньше. Все захватило интернет-вещание и собственные плейлисты, которые вы можете создавать при помощи стриминговых сервисов. Все это уже ушло. А раздражение, которое я <связать> отправляю по ту сторону экрана, осталось. Вот так вот, понимаете, я остался без любимой работы, но зато с раздражением, которое не я испытываю, а люди, смотрящие меня. Вот я знаю, что я очень многих бешу, но, говорят, это тоже признак, в общем, популярности вот, Так что да, первым пунктом этой утренней болталки по субботам э, рекомендация посмотреть фильм Рок-волна. Он потрясающий, классный, стильнючий фильм. Пунктом номер два я себе пометил, да, чтобы знать, о чем болтать. Э, сейчас в новостях центральных об этом не рассказывают, но я уверен, что вы знаете, что мы сейчас про бытовуху, прям такую, знаете, такую бытовуху поговорим что страшно дорожают масло, сливочное. Одно время страшно дорожали яйца, потом как-то с яйцами все как-то успокоились, сейчас страшно дорожают яйца, э, масло, и масло начали воровать. Начали воровать масло из магазинов, в интернете полно. Понятно что, понятно, что на центральном канале это не покажут. Такое нельзя показывать на центральных каналах, но в, в интернете полно роликов с камер видеонаблюдений в разных магазинах. Где не скажу, что это прям какое-то повальное, знаете, бешенство, повальная беда, но тем не менее заметное. люди стали воровать масло. Сливочное. И, наверное, я практически уверен, все владельцы магазинов или директора магазинов даже сетевых оповещены о том, что к маслу нужно относиться как-то с особым трепетным вниманием. И тут, значит, я на своей собственной шкуре испытал, каково это быть в числе подозреваемых. Я пошел как-то вечером в магазин купить, я не помню уже чего. А могу, короче, что-то покушать. И, проходя мимо вот этого молочного отдела, где всякое молоко, масло и всякое вот такое, сыры, я вдруг вспомнил: елки, у меня же заканчивается сливочное масло. Нужно взять сливочное масло. Это был магазин, ну в этом ничего, как бы нет, наверное, секретного, это была пятерочка. А было такое время, когда в магазине был я, еще один покупатель и три продавца. В тот момент, когда я решил выбрать масло, слева от меня продавец выкладывала на прилавок молоко. И когда я взял в руки одну пачку масла, я вдруг заметил, что она начала себя вести, знаете, как в фильмах про шпионов. Раньше, вернее, не раньше, а до того, как я взял в руки это, это масло, она выкладывала молоко на прилавок вот с такой вот чистотой, расставляла там что-то, поворачивала, расставляла. Как только я взял в руки масло, началось приблизительно следующее. То есть она раз в 15 замедлила свои действия, подсекая, не преступник ли я. А я еще одет, так знаете, как... Так бомжевато. Так как я с собакой гуляю, так я, я погулял с собакой, пошел в этот магазин. Вот. Я это заметил и думаю, блин, что мне делать? Сказать ей, что вы не переживайте, я не собираюсь воровать это масло, было бы максимально глупо. А, вот, поэтому я думаю, я сейчас возьму это масло и быстренько рассчитаюсь, она поймет, что я не вор, а хороший, порядочный человек, блогер. Но в этот момент я увидел, что... А там было несколько видов масла. И я увидел, что есть другое масло, на котором написано «высший сорт». И тогда я стал искать надпись высший сорт, а я беру только 82,5%. Вы понимаете, да. Ну, только 82,5%. У нас богачей свои принципы в отношении масла. И тут я увидел, что на другом, э, на другом масле, на другой упаковке, написано сделано высший сорт. Я начал искать эту надпись на своей упаковке, которую я держал в руках, и не нашел. Тогда я кладу эту упаковку назад чем вызываю еще больше интерес со стороны выкладывающей медленно на витрину молоко продавщицы. И в этот момент заходит другая продавщица за каким-то там, за какой-то надобностью в этот же отдел. И эта моя показывает ей. Мол, типа, окружаем. И там начала меня окружать. Она, значит, обошла с другой стороны, где были колбасы, и начала, значит, как-то там поправлять колбасы. В общем, я был в окружении, ребята. При всем желании я понял, что даже если вдруг я сейчас ради ради не знаю чего, захочу как-нибудь. Вот, я бы никогда не захотел. Но просто фантазия такая, если даже я сейчас захочу выйти с этим маслом, не заплатив за него, мне просто пипец. Просто пипец. Я буду атакован с двух сторон, а женщины, которые следят за мужчиной, который, как они думают, может украсть масло, в гневе невероятно страшны. Я понял, что я попал. На вот просматривал вторую пачку масла с надписью сделано выс высший сорт сделано по госту решил брать ее положил в корзину и подумал а надо же, наверное, ее положить в кулечек, ну, чтобы вот эту упаковочку масла, эту пачку масла, чтобы она как-то, если подтаяла, чтобы ничего не случилось. И я на свою беду а пошел к отделу, где были такие развалы э, конфет, знаете, когда много конфет по одной цене. И там есть такие вот откручивающиеся с рулонов э, полиэтиленовые кулечки. Я пошел туда, чем вызвал еще дополнительный интерес со стороны этих двух продавщиц, которые тут же решили, что нужно еще навести порядок в конфетах, вот. И только когда они увидели, что я не собираюсь там под, под прикрытием этих куч конфет что-то прятать себе вот в рукав или вот сюда в пуховик, а положил просто масло в кулечек, тогда они как-то так едва заметно друг другу кивнули, а я прям почувствовал, что в момент их кивка у меня где-то на спине отпечаток отпечатался штамп Држ. честный вот так я покупал масло вот я сейчас рассказываю да вот такая у нас передача на парфюмерном канале вот так вот вот мы теперь будем жить значит номер три ребята у меня интересная как мне кажется информация интересные размышления но мне так кажется может вы скажете ерунда на постном масле на сливочном масле восемьдесят два с половиной процента. Я сейчас перескочу и сначала про парфюмерию два слова скажу, раз канал парфюмерный. Короче, я решил в этом ролике еще вам показать несколько ароматов, которые я не часто ношу, но на этой неделе я их носил и мне бы хотелось с вами поделиться вообще мыслями об этих ароматах. и Андреоли. Аромат называется лежа in Paradise. Это такой девчачий аромат. Вот. Переход, конечно, наидебильнейший от масла к аромату, но вся наша жизнь эклектика. У нас пошел снег. Пошел снег как-то стало сильно ветрено там, высота снегового под снежного покрова где-то сантиметров 10, уже, если не больше. И, и стало темновато. И такое небо такое темное. Я не люблю такое прям меня это плющит. Небо когда оно темное и низкое, и захотелось чего-то, знаете, наивно детского, прямо вот такого прям ми мишного. И я вспомнил вот про этот аромат и на себя его нанес. Он, наверное, да, с уклоном в какую-то такую э, невинную невинную, э, как бы это сказать, такую простодырость. Нет, это, это совсем как-то стрёмно я сказал, в невинную наивность в невинную наивность, но он очень позитивный, может быть, он с уклоном в женскую сторону немного, это не важно. Мне в тот момент прям нужна была такая мими-мишность, когда за окном темно, хмурно, снежно, и тебе как-то от этого не очень хорошо. Я вспомнил про этот аромат и нанес его на себя. И вы знаете, прямо попал в десяточку. Это один из класснючих ароматов про ваниль и кокос. Если вы что-то подобное ищете, если вам что-то подобное нравится, вот посмотрите на эту штуку. Не знаю, где вы ее попробуете, понятия не имею, но, знаете, мое дело вам рассказать, дальше решайте сами. Leisure in Paradise. Этот аромат я бы описал вот как. Я его Всегда так описываю, и мне кажется, вы его так и почувствуете, невзирая на то, что парфюмерия это вещь сугубо индивидуальная и каждый из нас ее чувствует по-своему. Он пахнет кокосовой водичкой. Вот знаете, прям не кокосовым молоком, а такой кокосовой водичкой он пахнет. Он пахнет ванилью. Причем ванилью такой мягкой, немножко сливочной. И он э, имеет в своем звучании такую приятную, теплую лактонность. Представили себе? Кокосовая вода, э, ваниль, мягкая сливочная с такой лактонностью. И как только вы это распылите, поверх всего этого это звучит красиво. Это звучит красиво, пусть наивно, но красиво. И не по-кондитерски надо заметить. Поверх всего этого э, такой э, кисленький, приятненький, цепляющий, колюченький, искрящийся лимончик. Лимончик, конечно, быстро уйдет, потом долго, долго будет с вас слышно то, что я вам рассказал. А в базе это останется, вот на вещах, например, это остается до стирки. В базе это остается такой горьковато, уже не такой молочной, но все-таки с узнаваемой молочностью ванилью. Классная штука, мне понравилось, я прямо получил удовольствие. Получил я удовольствие не потому, что я фанат этого аромата. Нет, я его носил несколько раз, а один год он был моим новогодним ароматом, тоже прям в точку пришелся. Классный он, потому что вот в то настроение он мне был нужен. Прямо вот для того, чтобы сбалансировать вот эту серость и погоду, которую я не люблю, для того, чтобы все это уравновесить вот этой мимимишностью. Мне эта мимимишность очень сильно помогла. Пункт номер 4, если я не ошибаюсь. А знаете, что я себе здесь заварил? Шиповник. Я люблю шиповник, кстати. Вы любите шиповник? Я люблю шиповник. Он долго заваривается, конечно, но шиповник – это прям тема. Вот. И грешен, грешен. Люблю шиповник с сахарочком. Вот если в кружечку шиповника добавить такого коричневого сахара один кубик, или если у вас он россыпью, то такую ложечку чайную без верха. Божечки ж мои. Как же это хорошо? И отдельно греет душу информация о том, что шиповник для здоровья полезен. Вот, самое время, по-моему, здесь крякнуть и продолжить. Ребят, я на самом деле одно время был очень сильно увлечен всякими техническими вещами. Я постоянно читал всякие околотехнические статьи. И отдельно выражаю респект всем авторам, например популярной механики, где говорилось о научных всяких вещах, но человеческим языком. Так что даже я, имея достаточно скупой ум и три класса образования средней, не самой центральной школы, понимал, о чем идет речь. И вот этим вот ребятам я, конечно, благодарен. И как-то по инерции, потому что Привычки, которые во мне поселились несколько лет назад, когда я начал читать всякие околонаучные статьи, они во мне пустили корни, и без этого я уже не могу нормально жить. Я постоянно продолжаю всякие такие новости, имеющие отношение к техническому прогрессу, почитывать и за всем происходящим в области технического прогресса в меру своих скупых умственных способностей следить. И мне, конечно, очень сильно интересна тема ИИ, искусственного интеллекта, потому что это штука, конечно, которая развивается ну, просто какими-то невероятными темпами, и понятно, что здесь все будет идти вот по такой вот крутой восходящей, вот прям по крутой восходящей все будет идти. Ну из таких моментов которые меня поразили, а потом я перейду к той мысли, которую хочу вам озвучить вот я был очень сильно удивлен, насколько искусственный интеллект сейчас шагнул в деле создания музыки и голосов. Если раньше, просто давайте поговорим об озвученных искусственным интеллектом текстах, если раньше искусственный интеллект, который имитировал человеческий голос, делал не там интонации, мог неправильно сделать ударение, и было слышно, что это говорит какой-то робот, а не человек. Хотя иногда кажется, что человек, но вот эти интонации говорят о том, что нет, это робот, то сейчас то, что имитирует, то, как имитирует голос искусственный интеллект, это, конечно, ребята, с одной стороны восхищает, с другой стороны становится жутковато. Он научился, он искусственный интеллект, даже делать вдох. И от человеческой речи это теперь отличить невозможно. В связи с этим я хочу сказать, будьте осторожны, когда вы, например, понимаете, что вам звонит мошенник и пытаетесь с ним как-то весело провести время, вводя э, его за нос и выводя его из себя, тем самым доставляя удовольствие себе. Вот. Э, постарайтесь теперь этого не делать. Исключительно моя вам рекомендация ни на чем не основана. Просто на каких-то собственных умозаключениях. Потому что ваши голоса могут записать, а так как сейчас многие банки используют э, э, как это правильно называется-то, короче, идентификацию вас и по голосу, в том числе, из того, что вы там наговорите этому человеку, можно будет скомпоновать любые речи или засунуть все это дело в какую-нибудь программу по созданию э, человеческих голосов. И тогда вас будут выдавать за вас, и ваши деньги могут уплыть. Я не уверен, что так бывает. Елки-палки, лучше перестраховаться. Вот. А так что это, конечно, впечатляет. Потом я послушал, как искусственный интеллект записал песню Аллы Борисовны Пугачевой. Блин, голос вообще похож, стиль похож, музыка похожа. Это просто фантастика. Виктор Цой теперь у нас э, пишет новые песни при помощи искусственного интеллекта. Но ну, я имею в виду, искусственный интеллект выдает себя за Виктора Цоя, и это тоже похоже эстетически и, и по голосу и по э -э, стихоконструкциям, которые в этих песнях представляет искусственный интеллект. Но все это как бы забавная сторона вопроса. Меня-то немного тревожит, прям по-настоящему тревожит то, что, наверное, фантасты и то что нам показывали в фантастических фильмах в принципе может нас коснуться потому что все больше и больше искусственный интеллект выдавливает профессии тем самым оставляя без работы людей ну я не знаю когда вы последний раз заказывали такси при помощи телефонного звонка барышни оператору и говорили этой барышне, куда вам подать карету. Я думаю, что вы уже и не вспомните, потому что все заказывают такси при помощи мобильного приложения. Это означает что? Это означает то, что все эти барышни, которые сели на телефонах, потеряли свою работу. Я хочу посмотреть, сколько у меня осталось времени для того, чтобы... Для того, чтобы... Ух ты, у меня всего 25 минут, ребят, надо по-быстрому. А, и у меня закончится карта памяти просто. И все, эти барышни потеряли работу. С развитием автопилотов будут терять работу и водители автомобилей, такси и так далее. И автопилоты, я уверен, будут... И они уже сейчас есть просто не так развиты эти эти направления. И самолетами будут управлять не люди, а автопилоты. Соответственно, потеряют работу водители, потеряют работу пилоты и так далее и так далее. Очень удобно иметь диктора телевидения в виде аватара то есть не настоящего человека которого не надо гримировать соответственно гримеры теряют работу которого не надо снимать на камеры соответственно не нужно закупать оборудование камеры свет платить деньги операторам не надо все эти тоже лишились работы сами ведущие новостей и прочих программ тоже лишились работы потому что им не надо платить деньги. И они вообще не нужны. Все это заменит аватар. Более того, он никогда не психанет этот аватар и не скажет, хотя черт его знает, может быть там какой-нибудь сбой в матрице произойдет, но пока он никогда не психанет и не скажет о том, что я не буду больше работать за эти деньги, за эти гроши, повышайте мне зарплату. Он не психанет и не выдаст в прямом эфире что-то, от чего потом будет кому-то нехорошо, он не сматерится никогда. И это, ребята, с одной стороны, конечно, вау, как круто, а с другой стороны, это печально потому что с развитием технологий все больше и большее количество людей будет оставаться без работы. А работа, наверное, останется у тех, где нужен такой индивидуальный подход. Ну, я не знаю, автомеханики, например, да, потому что машина, она не ломается в одном и том же месте, иначе тоже можно было бы заменить это все дело роботом, как на сборочном конвейере, да, машина может сломаться где угодно. Вот автомеханик будет востребован, да, какой-нибудь сварщик будет востребован. То есть люди, имеющие отношение к профессиям, где нужно что-то творить руками, вот эти ребята будут спасены. А все остальные. А... И блогеры в том числе, они нахрен будут никому не нужны, потому что аватар-блогер будет, он и симпатичный, без вот этих вот синяков под глазами, без этой лысины с, непонятным, с непонятной формой черепа, без этих вот каких-то интонаций раздражающих. Будет сидеть какой-нибудь красавчик, который будет нравиться большинству, и вещать про парфюмерию так, что комар носу не подточит. И, кстати, я думаю, что искусственный интеллект заменит и парфюмеров. Абсолютно точно он заменит парфюмеров, потому что ну, такой массив данных, который будет у искусственного интеллекта, он может создать э, любой аромат искусственный интеллект при помощи такого массива данных. Нужно просто правильно подать заявку, правильно сформировать задачу. Да, хочу аромат такой-то, такой-то, такой-то в стиле Жана Клода Ильина. Да нет проблем, на, пожалуйста. Хочу аромат такой-то, такой-то, знаете, с такой, с говнюшкой в стиле Александра Гуальтери. Да нет проблем, на, получи. Все, ребята, это все будет. Я практически в этом уверен. Даже не практически, я в этом уверен. В связи с этим встает вопрос. А как тогда мы будем жить? Если мы все будем без работы, а если вы хотя бы немножечко изучали экономику, вы знаете, что денежная масса, она должна обращаться. Если денежная масса не обращается, экономика... Если нет процесса потребления, если вы не идете в магазин и не тратите деньги, неважно, наличные и безналичные, если нет оборота денежных масс в мире, то все, экономика умирает. В связи с этим что? Какой есть выход? Естественно, есть выход, который, насколько мне известно, Опять же, по моим скудным знаниям, он практикуется в некоторых скандинавских странах в качестве эксперимента пока. То есть в скандинавских странах люди умные, они уже поняли о том, что э, вот подобная беда от ИИ нас ожидает, и они и, и не будет надобности в таких количествах рабочих рук. И они поняли, что нужно тогда вводить безусловный доход. Что такое безусловный доход? Безусловный доход ⁇ это когда вы получаете деньги не за хрен собачек. Просто вы сидите, ни хрена не делаете и вам раз в месяц или там раз в две недели я не знаю как там это устроено вам падает какая-то денежка которую вы должны потратить просто для того чтобы экономика работала и вот мне кажется что рано или поздно мы к этой ужасной ерунде обязательно придем мы придем к тому может быть мы с вами не доживем если не будет ничего ужасного доживут там наши дети или э, внуки до момента когда будут людям платить, безусловный доход, просто потому, что ты вот родился, живешь на доход, просто тратите деньги для того, чтобы экономика не загнулась. Но, ребята, пока нового ничего в экономике не придумано. Может быть, какая-то есть модель, о которой мы пока еще знать не знаем. Она еще не разработана, мы еще до нее не дожили. Да? Мы же не можем как бы, обсуждать то, чего еще нет. Да? Если бы нас в 19 веке условно спросили, а ты хочешь мобильный телефон, мы бы выпустили глаза и сказали, а что это, как я могу хотеть то, о чем я не знаю. Вот и, и сейчас так. Если как бы, отталкиваться от тех знаний, которые у нас есть сейчас, без безусловного дохода просто не обойтись, считаю я. Вот так вот. А, так, я просто увидел, что у нас мало времени, а программа-то у нас оказывается будет минут на 50, не больше. Что я хочу вам еще сказать? Я хочу вам еще рассказать... А, есть у меня еще один тут пункт, я уже забыл, какой он по счету. Мы тут б -б были с друзьями на одном мероприятии, которое мы сами себе и устроили. Мы ели потрясающую пиццу. Ребят, мы ели потрясающую пиццу. Вот знаете, когда, например, у человека спрашиваешь, а ты любишь там, ну, условно, там, гречневую кашу? Один скажет, ой, какая-то гадость, я ее терпеть не могу, а другой скажет, да, я люблю. А знаете, почему так может произойти? Но ну, почему одному не нравится, а другому нравится? Не потому, что первому действительно не нравится, а второму нравится. Возможно, потому что первый попробовал стрёмно, вообще погано, приготовленную гречневую кашу. И у него отложился отпечаток в его подсознании, что гречневая каша ассоциируется просто с тьмой непроглядной, с гадостью, которую не то что в рот не надо брать, на нее смотреть-то опасно. А я к чему об этом говорю? Я к тому говорю, что очень хорошо, если вы что-то, что вы впервые пробуете в жизни, пробуете в самом вкусном варианте. Теперь мне еще вспомнить, к чему бы это я все пытаюсь сказать. А, что мы с друзьями ходили, значит, на мероприятие на одно, которое сами себе и устроили. Мы ходили в потрясающее место, где подают совершенно фантастическую римскую пиццу. Если вы никогда не пробовали римскую пиццу, дай вам бог, дай вам кулинарный бог попасть в то место, где римскую пиццу готовят так. Как готовят в заведении под названием Мариконы, имеющим место на улице Ленина в городе Новосибирске, потому что там потрясающая римская пицца. И где бы я не пробовал римскую пиццу после этого, везде она была гадостью несусветной. И если бы я начал свои гастрономические похождения по этой, по этой прослойке пиццестроения в другом каком-то месте, я бы никогда не, не, не попробовал эту пиццу вновь, потому что в остальных местах ее готовить не умеют, а в том умеют. Но и мне повезло, я начал вкушать пиццу римскую именно с мариконы. И поэтому я, я знаю, о чем я говорил. Собравшись с друзьями, мы начали, ну, мы там то про одно поговорили, то про другое. И в какой-то момент я помню с чего начался разговор, но будет несколько некорректно по отношению к друзьям, которые ведом не ведают о том, что я здесь про них рассказываю. Я не могу по отношению к ним так поступить и рассказать, вдруг с чего мы начали это обсуждать. Но мы начали обсуждать, что бесит в людях. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, уважаемые мои зрители этого бла-бла-бла шоу по субботам, что вас раздражает в людях больше всего. Вот какое качество для вас наиболее неприемлемо в людях? Вот это прямо гадость несусветная для вас, если такая штука есть в людях я не знаю там скупые мужики раздражают раздражают да тупые женщины раздражают безусловно вот да и тупые а тупые мужики кстати раздражают еще больше и когда вот мы э, говорили о том кого что раздражает я сейчас отвечу только за себя и когда речь вот, -вот, -вот в этом круговом э, опроснике дошла до меня я сказал слушайте меня больше всего раздражает в людях э, глупость и наглость глупость и наглость Отдельно друг от друга, а когда два этих отвратительнейших человеческих качества сливаются в едином коктейле из двух ингредиентов, хуже человека не придумать. Наглость ⁇ я не понимаю фразу ⁇ Наглость ⁇ второе счастье ⁇ может быть. Может быть, для того, кто наглый, там, это, это второе счастье, потому что этому человеку проще там, себе какие-то преференции, бонусы и прочее зарабатывать. Но наглость вот лично меня всегда обезоруживает. Я не понимаю, как вести себя с наглым человеком. То есть я понимаю, что человек наглеет, но как себя с ним вести, я не знаю. Поэтому всячески стараюсь наглых людей избегать. А если вдруг они в моей жизни появляются, то как можно скорее от них, опять же, избавляться. И нет ничего более раздражительного для меня, чем глупость человеческая. Есть настолько глупые люди. Я в эти моменты всегда, я в эти моменты всегда звоню своему другу Бордачу, но ну не всегда. Но для красного словца сейчас говорю, я звоню Бордачу и говорю, слушай, Леха, вот ты мне объясни, почему Дальше рассказываю какую-нибудь ситуацию и говорит: ты, ты мне объясни, почему у нас одинаковое количество хромосом. Хотя в этом рассказе, естественно, я такой высокомерный, да, потому что ставлю себя выше того, о ком я рассказываю. Ну, блин, так устроен человек. Вот, и говорит ты мне объясни, почему у нас одинаковое количество хромосом? Ну почему, блин, этот человек такой тупой? Ну почему он такой глупый? И нет ничего, ребята, более неприятного, чем человеческая глупость, а помноженная на человеческую наглость это просто трендец. Напишите в комментариях. Да, без примеров. Здесь Здесь без примеров. А, слушайте, ну давайте еще. У нас мало остается времени. Я не знал, что я разойдусь, а я разошелся. Ну, в прямом и переносном смысле. Извините. А еще раздражают люди, которые вот так вот смеются. да. У меня была подруга Валерия. Подруга Валерия. А у которой был в свое время парень его звали Андрюша. И она ласково называла его Андрюша. И как-то мы с Лерочкой сидели и общались, и ну, какую-то подобную тему затронули. И она говорит, слушай, Леха. Я говорю, слушаю, Лероч. Она говорит, ты знаешь вот, а, а есть вещи, которые в людях восхищают. Я говорю, мне очень интересно, а что тебя восхищает, Валерия Алексеевна? Она говорит, мой Андрюша. Очень красиво ест. И вот после ее слов, во-первых, я посмотрел, как ест ее Андрюша. Мне предоставилась такая возможность, знаете, долго ждать не пришлось. Андрюша, ну, я, не, конечно, не в таком восхищении, как Лера, он просто ел. Но, но не вызывал никаких, в общем-то, негативных эмоций во мне, в моем организме. Вот. Но после слов Леры, которые были сказаны, дорогие друзья, несколько десятилетий назад, черт возьми, какой я старый, а все, а все старое еще только впереди, я стал обращать внимание на людей, которые едят. Стал обращать внимание на людей, а как едят люди. И вы знаете, действительно находятся люди, смотреть на поедание пищи, которых удовольствие, мягко говоря, сомнительное. Вот. Это им импровизаменты, я сейчас об этом вспомнил. Зачем? Не знаю. Просто живите с этим. И задумайтесь над тем, красиво ли вы едите. Вот если бы вы предстали перед очами, перед взором моей драгоценной подруги, с которой я уже не общаюсь достаточно давно, не потому что мы поссорились, а потому что она уехала в забытое богом Выхина, при этом себя безосновательно считает теперь москвичкой. Вот И уехала она туда с, с мужчиной по имени Игорь. Вот, поэтому мы общаемся крайне редко. Но мысль о том, что э, люди умеют есть красиво, во мне теперь живет. И наблюдение за тем, как некоторые люди некрасиво живут, э, живут и живут и жуют, теперь тоже. Э, я утратил я утратил ход мысли, пока значит нанизывал словеса на вот эту вот на эту нить того, что хочу сказать. Поэтому просто здесь так обрубим и все. Два слова еще про несколько парфюмов, и потом будем заканчивать, потому что я чувствую, что все, времени не остается. Ребята, как же принято гнобить недорогие ароматы? Как принято гнобить марку Calvin Klein? Можно я не буду доставать этот флакон? Ладно, достану. Как же принято гнобить марку Calvin Klein? «А мне нравится марка Кельвин Клайн». «Эйфория» – прекрасный аромат. «The One» – прекрасный аромат. И вот этот «Трус» – это мужская версия. Прекрасный аромат. Ставлю, не знаю, видно, не видно будет. А между прочим, его сделал Мишель Альмирак, насколько я помню. Нет. Или да, или нет. Подождите, я забыл. По-моему, Мишель Альмирак его сделал. «Just a second, please». Сейчас мы это дело выясним. А -а -а. Ну, конечно, да, его сделал Мишель Альмирак, этот аромат. Прекрасный, универсальный. Да, он бесхарактерный. Да, не надо здесь от него ждать чего-то. Вау-эффекта от него ждать не надо. Но он зеленый, он свежий, он пряный, он универсальный. Он не громкий, но достаточно слышный. Он не шлейфовый, но умеренно распространяется от, от вас. От места нанесения. Прекрасная вещь, подойдет и под спортивный образ, и под деловой, и для молодых, и для пожилых, и для среднего возраста. Отличная вещь, на самом деле. Очень функциональный, универсальный аромат. Не надо его гнобить. Почему я его тут выставил? Потому что я в нем тоже. Э, в один из вечерочков, э, пока работал за компьютером, э, сидел в нем. Но что удивительно, на одну руку я нанес вот этот вот аромат, на левую руку я был в Z-трус. Без Z, там просто трус. Хотя, мне кажется, Z должна быть, потому что правда всегда одна. А на другую руку я нанес женский аромат, который, между прочим, многие в слепых затестах определяют как аромат мужской. Это Versace Версанс. Версачье Версанс это просто хит хитовый, такой вот зелененький, зелененькая жидкость в прекрасном, красивом флакончике. на другую руку нанес вот этот вот аромат. Версачий Версанс, я не согласен с тем, что он пахнет по-женски. Это абсолютнейший шоунисекс, на мой взгляд. Он пахнет такой пудровой зеленушечкой. Прям такая зелень, такая зелень, но немножко как будто сушеная и перетертая в такую пудроподобную какую-то взвесь и на другую руку я нанес, и он очень диффузный, особенно со старта, и очень приятный такой э, цитрусово-зелено-цветочный и пудровый такой, очень классный. Я нанес его на другую руку, и сижу работаю за компьютером, и вдруг я понимаю, что э, с одной руки доносится трус от Кельвин Кляйн, не играет в хоккей, с другой руки доносится вот этот Versace Versace, и они соединяются где-то вот тут передо мной, и это такая красота. Это такая простая, понятная красота. И мне захотелось вот в Комбинации этих двух ароматов провести еще несколько. Незабываемых мгновений моей жизни. И я так и сделал после того вечера. Я несколько, не подряд, но тем не менее, несколько дней походил. Вот в этой вот комбинации Versace Versace, Versace женская версия и The Truce без Z, елки-моталки от Кельвин Клейн. Классное, классное сочетание. Решил с вами поделиться. Вдруг вы вот подобное наложение можете себе позволить этих двух ароматов. Но вдруг у кого-то эти два аромата, так же как у меня, одновременно в коллекции присутствуют. Вот. Сейчас, секундочку, гляну, сколько у нас времени. Ох, 8 минут. А, почти времени не осталось. Давай сейчас расскажу еще про комплименты, а, потому что недавно я... Ой, я не взял с собой этот аромат. Короче, а, я тут пошел в банк. Я даже скажу, как он называется. Он называется... Азиатско-Тихоокеанский банк. Почему я в него пошел? Я, кстати, знать не знал о том, что такой банк существует. Извините меня, работники, учредители этого банка, за то, что я вдруг вот сейчас посчитал ваш банк недостаточно популярным, сказав о том, что я его не знал. Да кто я такой, чтобы вообще. Кто... Что ты вообще знаешь? Сидишь ты тут, вот вещаешь напротив своей камеры. Что ты вообще знаешь? Ты вообще ничего не знаешь. Согласен, Грешен, согласен, согласен, согласен. Я Грешен, согласен. Примите мои искренние извинения, но я не знал ничего о вашем банке, и о вашем банке я узнал только тогда, когда мне нужно было последние гроши, заработанные на YouTube до того момента, как отключили монетизацию, вывести со своего аккаунта в Google AdSense. Это компания, которая является дочкой, одним из подразделений компании Google, куда, собственно, выводятся деньги, заработанные на YouTube. Вот. И поэтому это был единственный банк, где можно было открыть валютный счет на тот момент. Я вывел свои деньги, отдав этому банку процент ужасный, 20 процентов от выведенной суммы. Там сумма-то была, от нее еще 20 процентов отняли, а от того, что я получил, я еще заплатил как самозанятый налог э, в казну государства российского. Вот, вот так я обогатился. Но после того, как мне стал не нужен этот валютный счет, я пошел его закрывать. Это было вот на прошлой, по-моему, я об этом писал в Телеграме. Вот, зима потекла из носа. Я писал об этом в Телеграме. Я пришел в офис Азиатско-Тихоокеанского банка, сел напротив Барышина. Там, знаете, такие вот отсечки, да, когда все друг друга видят, но чтобы понятно было, что вот это вот твоя зона ответственности. Ты садишься на стульчик, но видишь и э, девушку, которая сидит э, с одной стороны, и с другой стороны и напротив тебя, собственно, та, которая уделяет тебе свое драгоценное рабочее время. И сначала мне сказала та, которая сидела напротив, и говорит, ой, какой у вас приятный аромат, прям вообще. И тут же эту мысль подхватила другая, вот эта, не вот, а вот эта. Она говорит, да, аромат очень классный. Они даже записали, что это за аромат. Это была Prada в версии Intense. Она уже больше не выпускается, но она классная. Если у вас есть Prada Löm, то представьте себе, что в Prada Löm добавили немного кожаных таких оттенков, и получается тогда Prada Lem Intense. Офигительная вещь. Она понравится тем, кто любит, ну, предположим, линейку Dior, где есть вот эти ирисовые оттенки в линейке Dior Om. Если вы любите Dior Om Intense, мне кажется, вы оцените продалем Intense. В общем, вещь вот такая. И еще теперь я знаю, что она комплементарная. Все, ребята. Я бы еще мог, потому что я что-то разошелся. С вашего позволения выпью глоток божественного для здоровья бесконечно полезного шиповника, остывшего в этой кружке. Что я хочу сказать в завершении. Напишите вообще, нужны ли такие форматы, говорящая голова в одном плане, на одном плане, без остановки, всякую ерунду несящая, нужна ли она вам по субботам. Или э, сгинь нечистая сила, пишите в комментариях. И в заключение я бы хотел два слова сказать про будущее своего канала. Ребята, я сейчас нахожусь на распутье. Вот. И меня тот момент, о котором я сейчас буду глагольствовать, очень сильно тревожит. Я сейчас говорю безо всякой иронии, вот не обращайте внимания на глупое выражение лица. Иногда оно по инерции остается даже в тех случаях, когда я перехожу на вещи серьезные. Дело в том, что сейчас Роскомнадзор обязал всех блогеров с аудиторией больше 10 тысяч человек пройти регистрацию в Роскомнадзоре. При этой регистрации ты должен указать все свои данные, ФИО, понятное дело, личные данные, где ты живешь, ID, с которого ты выкладываешь свои ролики. И мне, честно говоря, вот это немного... Как вы... Понятно, что мне это не нравится. Мне это не нравится. Знаете, знаете в чем во мне противоречие? Я за то, чтобы быть абсолютно открытым. Я э, работаю абсолютно честно. Я с каждой заработанной копей копейки плачу налог, как самозанятый. Вот в кабинете для самозанятого. Но что я хочу сказать: что мне не нравится в этом во всем два момента, которые меня прям как-то задевают. Момент номер один: это то, что пытаются залезть вообще совсем в мою личную какую-то жизнь, в мое личное пространство, зная мой ID. Совершенно понятно, на какие сайты я захожу. Yeah. <laughs> Вот что я делаю и так далее. Ну, как-то too much. Вот как-то too much. Ну, даже хрен бы с этим совсем. Больше всего меня беспокоит вот какой момент. YouTube замедляется. Замедляется. Я правдами и неправдами пытаюсь заливать ролики на YouTube. Правдами и неправдами. Не спрашивайте меня про альтернативные площадки. У меня свое особое отношение к альтернативным площадкам. Единственное место, где я дублирую свои ролики, это Дзен. Все остальные, вот прямо не надо предлагать, да, я сейчас не хочу разглагольствовать на тему, почему мне они не нравятся, но просто вот примите это как данность. Мне вот что не то чтобы непонятно, меня огорчает. YouTube замедляется. И вы хотите, чтобы я еще вообще все-все-все про себя рассказал. Дайте работать. Вы тогда не замедляйте YouTube, Дайте там работать, и тогда, пожалуйста, я вам дам все свои данные в отношении своего YouTube канала. У меня не будет возникать никакого диссонанса в голове. А так получается, что с одной стороны... Э Работать тяжело, монетизации нет, выгрузить ролик катастрофическая проблема, YouTube замедлен, просмотры упали, в общем, все очень плохо. И при этом ты еще возьми и расскажи все о себе, а как же ты засранец такой, при этом, при всем, вот справляешься. Мы хотим про тебя все знать, куда ты ходишь там, и где ты загружаешь, и в случае чего, куда приходить тебя арестовывать. Вот, я сейчас утрирую, естественно, или не утрирую. Но, в общем, не знаю стало, конечно, стало, конечно, как-то тревожно вообще, скажу я вам. Поэтому, знаете, я а учитывая то, что я периодически веду себя как псих, да любой человек ведет себя как псих. Не знаю, зачем я сейчас оправдываюсь, да. Вы же можете мне сказать, нет, мы себя как психи не ведем, только ты себя ведешь как псих. И будете отчасти правы. Вот, я могу, правда, как бы с взять и похерить канал. Просто загубить его, просто вот в качестве не знаю, в качестве неприятия того, что сейчас происходит со всеми блогерами, коим я по неосторожности решил примкнуть 4 года назад. Был бы я по лучше бы купил биткоин, который за последние сутки в цене вырос на 10%. Вот это я понимаю инвестиция. А инвестиция в блогерство, ребята, это сомнительная затея, которая еще раз, раз я сюда влез, говорит о скудности ума вещающего перед вами. Спасибо вам большое, что посмотрели это бла-бла-бла по субботам. А будьте здоровы и счастливы. Берегите себя, берегите своих близких и вообще наслаждайтесь каждым мгновением. Пока. Ну все, Шиповник. Настал твой звездный час. Выключай микрофон, когда ты пьешь, это бесит.